Уважаемые радиослушатели, на этом закончим нашу передачу «Голос Акадии» на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики. Наша передача ежедневно ведется в следующем порядке. На еврейском с 0 до часа, с 2 до 3 часов по пенянскому времени, на частотах 9325 кГц и 12015 кГц. С 16 до 17 часов, с 17 до 18 часов по пенянскому времени, на частотах 13760 кГц и 15245 кГц. С 23 до 24 часов по пенянскому времени, на частотах 9325 кГц и 12015 кГц. На Дальний Восток. С 16 до 17 часов. С 17 до 18 часов по пенянскому времени. На частотах 9975 кГц и 11735 кГц. Голова вам в эфире.